Здравствуйте. Можно вас? В квартире. Ага. Вот в этой квартире она проживает. А это ваши соседи, да? Это соседи. Вот из-за них начался весь пожар. Ага. Они как вообще себя вели? Вчера они сильно тут гуляли. Долго пили. Драка какая-то была. Потом все затихло. Ага. Я 8:30 с мамой разговаривала по телефону. Она говорит, да нет, все спокойно, все хорошо. А потом где-то проходит минут 20, наверное, соседка звонит, говорит, Таня, беги скорее, потому что у вас пожар горят. Ну, а что, они, видимо, тоже пострадала, да? У нас квартира тоже пострадала, да. Прогорела стена, потолок, все залито. Так, сейчас получается, это вот этот корешок, он когда вручил? Вот число, вот дата. Вот эти числа. 11-15 года, получается. Года, как вы работали, проходили, да, непосредственно? Да. Непосредственно, я сам лично вручал этот корешок хозяину этого дома. 21 числа 11 месяца 2015 года. Скажите, вот на данный момент, когда вы проходили, у них нарушения были по пожарной безопасности? По пожарной безопасности нет, но он был в алкогольном опьянении. Я ему сказал, что алкогольное опьянение тогда брони доведет.